Привет моим подписчикам, а также гостям моего канала. Готовить сегодня будем очень вкусное, простое печенье, на приготовление которого уходит 5 минут, ну и плюс еще там 10 минут выпечки. Итого за 15 минут получается вот такое хрустящее печенье. Дети его просто обожают, да и взрослые тоже уходят как семечки. На приготовление понадобятся самые простые продукты. Лучше всего за час, за два достать масло сливочное, и хорошо его нужно будет растереть щепоткой солью, сахаром и с ванильным сахаром. Удобно делать это с помощью венчика, миксер нам не понадобится, тесто легко замешивать и так. Чем мягче масло, тем быстрее оно взобьется. Теперь добавим сюда яйцо и еще раз хорошо перетрем венчиком. Если масло, видите, как у меня не до конца мягкое, оно еще не совсем равномерно соединяется с яйцом. В этом ничего страшного нет, оно все соединится. Добавляем кукурузный крахмал. Еще раз перемешиваем. Теперь будем добавлять молоко. Еще раз хорошо перемешаем. Добавим муку. Равномерно перемешать, чтобы не было комочков. И тесто для печенья готово. Быстро, просто и очень легко. Посмотрите, получается равномерное тесто. Перекладываем его в кондитерский мешок. Можно использовать целлофановый пакетик, лучше всего, если он немножко плотный. Отрезаем небольшой кончик. И вот такие вот маленькие печеньки делаем. По желанию можно делать и большие. Они еще немного увеличатся в объеме, так как растекутся немножко. Вот, готовим при 180 градусах. Готовятся они очень быстро, ну где-то 10-15 минут, зависит от духовки, зависит от того, что также от размера вашего печенья. Получается вот такие вот, они по краям золотистого цвета, очень хрустящие, вкусные, ароматные. Если тебе понравился рецепт, не забудь поставить лайк. Также ты можешь подписаться, чтобы не пропустить новое видео. С вами была Лена. Пока-пока!